На строительство площадки в новом городке депутат выделил из своего фонда 1 100 000 рублей. Но мало просто выделить деньги, нужно их правильно и в срок освоить. Сегодня здесь уже установлены лавочки, урны и ограждения. По периметру смонтировано уличное освещение. Даже в таком не до конца оформленном виде место уже пользуется большим успехом у местных жителей. По тем программам, которые здесь реализуются, в первую очередь по линии губернатора, очень большая работа проделана по благоустройству. И по нашей программе, по реконструкции площадки, сейчас вот видим, что в ближайшую неделю-другую здесь же будет совсем по-другому. То есть, если вы вспомните эту территорию год назад, здесь невозможно здесь было ни пройти, ни проехать, то есть, не смотреть в эту сторону, то сейчас вот преображение налицо, работы продвигаются. Несколько сопутствующих вопросов депутату задают подошедшие местные жители. Все они касаются в первую очередь вопросов благоустройства. И это понятно. Новый городок не так давно передан из ведения Министерства обороны Одинцовскому району. Текущие проблемы, непосредственно связанные с обустройством площадки, Дмитрий Голубков подробно обсуждает с весьма уважаемым в Никольском поселении строителем Иваном Зинюковым. Это получается некое благоустройство комплексное. И хотелось бы сдать второе рождение запястья спортивным сооружением. Здесь планируется беговая дорожка в резиновом исполнении. Депутат остался доволен тем, как осваиваются выделенные на строительство площадки средства. Довольны также и жители поселка, и руководство поселения. Я очень рад, что у нас есть такой депутат областной думы. И помогает нам 1 000 000 рублей на площадку. Это, конечно, хорошо. Мы свои деньги добавим, еще лучше будет. Ну и хочется же, конечно, сказать ему спасибо, спасибо. И будем ждать еще подарков. Новый городок – не самое благоустроенное место Одинцовского района. Появление новой, европейского уровня зоны отдыха для местных жителей не отменяет других проблем, которые также необходимо решать. Проблем здесь немало, которые требуют и серьезных инвестиций, и серьезных подходов. Вот, но шаг за шагом будем решать, помогать. В частности, тут, конечно, необходим детский сад. Очевидно, что тот детский сад, который вот сейчас находится в жилом доме на первом этаже, то есть, надо с этим что-то делать. Также в ходе визита в новый городок Дмитрий Голубков осмотрел общее благоустройство поселка, который сегодня становится все более дружелюбным к своим жителям. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».